в царстве зеленых конопей, где эхо джунглей отзывается в каждом шорохе, живут величественные создания, красноногие или угольные черепахи. Они тихие гиганты, мудрые стражи тропической флоры, несущие на своих панцирях отпечатки веков. Их вес достигает 28 килограмм. Самцы, словно рыцари древности, носят тяжелые доспехи длиной до 60 сантиметров. Их карапаксы – мозаика жизни, отражающая путь от юности до зрелости, с пятнами на темном фоне, словно звезды на ночном небе. Обитают они в лабиринтах зелени, от Аргентины до Венесуэлы и даже за пределами в странах, где их присутствие – дар человеческой деятельности. Они предпочитают места, где вода – источник жизни, не уходит забвения и где солнце ласкает их панцири, приглашая к пиру под открытым небом. Их диета – праздник ботаника, вариация фруктов и растений. Они едят листья, цветы, грибы, кактусы, инжир. Они садовники диких земель, распространяющие семена. Задокументированный срок жизни угольных черепах – 49 лет. Любят ли носороги плавать? Смотрите видео по ссылке.